Сергей Боруздин. Лось. Заболели у лося зубы. Страсть, как заболели. Пошел лось к филину. Помоги. Филин поковырялся сильным клювом в зубах лося. Ничего не помогло. Лось к дятлу. Помоги. Постучал дятел по зубам лося. Они еще сильнее заболели. «Что же делать?» – спрашивает лось. «А ты к людям пойди», – посоветовал дятел. Пошел лось к людям. Люди вызвали врача. Вылечил врач зубы. «Выходит, – говорит лось, – что люди всех птиц сильнее».